И вы смотрите канал «Мозаика идей». Сегодня мы продолжаем наш влоговое видео «Дневник первоклассника». Сегодня у нас очередная серия. Вы там видите нас, детишки. Сегодня у нас необычный влог. Сегодня мы идем вместе с нашим классом на вторую экскурсию в нашем городе. Так это экскурсия будет по променаду со шведским солдатом. Он там сейчас вещает, рассказывает нашим деткам, входит в курс событий. Сегодня у нас Лизюня вот в таком рюкзачке. Посмотри, Лиза, кто там? Привет, привет! Смотри. Вот, так что сейчас отправляемся и берем вас с собой. Здравствуйте. Я нарский шведский солдат. Зовут меня Эрик. Запомнили? Хорошо? Пойдемте за мной. Здесь, как видите, идет стройка, реставрирует наш бастион. Останавливаю, чтобы было все красиво, потому что в последнее время было так опасно, что даже запрещали ходить, потому что, как говорится в кино, не ходи туда, а то камушек голова попадет. Поэтому я летний камзол снял и одел теплый кафтан, чтобы мне было тепло. Понятно? Но можно носить вместе и камзол, и кафтан, тогда теплее. И давайте посмотрим вот на этот бастион. Этот бастион называется Виктория, что в переводе означает победа. Виктория или победа. Запомнили? Это сколько этажей? 4, наверное, даже 5 этажей, да? 7? Нет, 7 вряд ли, но 5-6 точно, наверное, да, этажей. Хорошо. Эту карту вы сейчас держите у себя, поэтому ее можно сложить пополам, можно убрать в карман. Тот, кто победил, тот и хочет поставить сюда львов. И вот шведы, когда же под Нарвой,
разгромили русскую армию. Тогда они поставили в Нарве памятник шведский лев. Кто знает, где он находится? На Липовке. Далеко вот так, да, находится шведский лев. Поэтому львы находятся здесь, шведы победили. Кто знает, кто воевал в той войне 300 лет назад? Шведы и русские. Русскими командовал царь Петр I. Кто знает такого царя? Хорошо. А шведским войском командовал король Карл XII. Кто знает Карла XII? Молодцы, все знают. Запомнили? Итак, кто командовал русским войском? Кто командовал шведским войском? Карл XII. Петр I это кем был? Царем? А, Карл XII королем Швеции, а Петр I царь России. Молодцы! Мы шли от 8, потом мы были на 7 возле львов. И теперь мы на цифре 6. Правильно, посмотрите, вот этот треугольный бастион мир. Вот он находится за вами. Запомнили? Итак, сколько слоев зоны? 3. Молодцы. Идем с вами дальше. Олаф. Запомнили? Олаф. Кто такой Олаф? Олаф – это стражник города Нарвы. Он всегда защищал Нарву, когда шла битва, он всегда держал знамя Нарвы. И вот однажды случилась такая история, была страшная битва возле Нарвы. Враги наступали, Олаф и войско очень хорошо защищали город. Когда будет сейчас Москва, давайте построили 300 лет назад. Как вы думаете, это много 300 лет? Очень много. 300 лет назад построили Нарвский бастион. Город Нарва, да, появился где-то 700 лет назад. А 500 лет назад появился город Ивангород, Ивангородская крепость. Скажите мне, пожалуйста, какой город старше, Нарва или Ивангород? Нарва, правильно. Итак, Нарва. Давайте запомним еще одно имя. Человек, который руководил строительством бастионов, его звали так. Как зовут меня? Эрик. И того человека тоже звали Эрик по фамилии Дальберг. Эрик Дальберг, швед, приехал и построил здесь при помощи людей вот такие замечательные бастионы. Мы находимся, давайте посмотрим, посмотрите. На 5 мы с вами были на кругленьком променаде. Вы помните, стояли? Да, теперь посмотрите, прошли под мостом, и теперь мы возле замка, только 3. Итак, это крепость, а в Нарве замок, да, но это будем тоже чуть попозже разбираться, отличие. Итак, друзья мои, готовы ли вы теперь преодолеть гору? Да! Курсы продолжаются, мы уже пошли по променаду, поднялись наверх. И пришли к нашему инфопункту, туристический такой для туристов инфопункт Нарвский. Сейчас мы пойдем, там очень здорово, всякая интерактивная штучка. Ну, как всегда, ребята, заканчивается карта памяти, поэтому, если вдруг успеешь что-то заснять, будет здорово.
называется «Мостов». Я буду задавать вопросы. Вы должны посовещаться, но я включу мою бомбу. Какое название у башни Нарвского замка? Посовещайте. Так, посовещались и отвечает ваша команда. Башня Германа. Башня Германа, правильно. Я достаю награду для вас, для всех. Так, где моя сумка? Построились ровненько в одну линеечку команды, как вы, всей команды в одну линию. Всей команды в одну линию, в одну шеренгу. А, так, ваша команда сюда, давайте квадратиком встанем. Все запомнили с нашей экскурсии? Да! Любите город родной? Да! Родителей поведете гулять на променад? Да! Покажете им, расскажете, что запомнили? Да! Карты сохраните городские. Да! Ставим на место. Давайте, чтобы всем видно было. Как мы уже сегодня с вами узнали, Нарва очень старый-старый город. И в этом городе много тайн. И вот одна из тайн, то, что под землей сейчас сохранилось, очень много старых улиц, старых подвалов, подземных ходов. И мы сегодня с вами уже говорили, да, это вот такой Нарвский подземный ход. Вот, давайте посмотрим, видите? И там что у нас лежит? Сундук? Сундук? Не сундук, а этот. Котелок с монетами, да? Котелок с монетами. Хорошо. Здорово. Пройдите. И пойдемте пить чай. Наша экскурсия, вон там наш класс идет, а мы отбились, поедем на машине забирать наш рюкзак в школу. Ну, Полина, делись впечатлениями. Полина сегодня у нас киска, киска Поля. Ну, делись впечатлениями. Ты что, на кошачьем будешь разговаривать? Ну, понравилась тебе экскурсия? Экскурсия очень, правда, такая познавательная. Детишки такие молодцы, всю информацию, которую рассказывал экскурсовод. Как его зовут? Как солдата звали? Эрик. Эрик Нильсон, да? В общем, всю информацию, которую говорил, все запомнили. Такие молодцы. Я уже Наталья Федоровна, нашей учительнице, говорю, как вам повезло с детьми. У них такая память, просто умница. Ну вот, наш день сегодня так солнечно, кстати, стало. Было ветрено. Как красиво. Было так ветрено. Стало солнечно. Здорово, здорово. Вот. Пойдем. Идем с Полиной за машиной. И говорю, что, боже, как я люблю осень. Люблю осень за то, что весь город разукрашивается яркими цветами. Это так здорово. И, наверное, этот влог будет самым красивым. Потому что, когда я монтирую видео, я понимаю, что вот, картинка вообще ужасная. Одни мусорки, одни какие-то... Не знаю, места такие, трущобы какие-то, бездорожье и все в таком духе. Так что сегодня будет очень красиво. Мы показали вам самые красивые места в нашей Нарве, новый отреставрированный променад. Сейчас мы идем в темном саду. Вот там у нас элитное жилье. Вот там еще одно. В общем, тут такая красота. Вот, ну что, будем, наверное, сегодня с вами прощаться. У нас был сегодня, правда, очень интересный день. Сейчас пойдем учиться. Готовлю для вас видео, собираю информацию о том, как помочь ребенку писать в прописях. Это такой труд, я вам хочу сказать, что вообще для мамы и для ребенка, для всех. Так вот, ищу для Полины и хочу с вами поделиться, как сделать этот процесс не только проще для ребенка, но спокойнее для мамы, но и, в общем-то,
облегчить идеи, всякие информацию. Очень много собрала. Будем записывать для вас новое видео. Так, до скорой встречи. Всем пока. Пока. Хорошего дня и хорошего настроения. Подписывайтесь, ставить пальцы, свои пальцы вверх. Всем удачи!